Сегодня суд Первомайского района столицы огласил приговор так называемым черным риэлторам. Четверым мужчинам назначено наказание на срок от 5 до 10 лет лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. По данным следствия, криминальная четверка находила людей, которые нуждались в деньгах, вели асоциальный образ жизни или имели большие долги за коммунальные услуги. Их мошенники уговаривали продать квартиры и приехать в более дешевое жилье. Зарабатывали на разнице в цене. Общее количество потерпевших 26 человек. Общая сумма ущерба составляет более 790 тысяч белорусских рублей. В совокупности все обвиняемые, независимо друг от друга, вели свою преступную деятельность на протяжении 2007 по 2016 год. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован обеими сторонами.